Друзья, всем привет! Вы на канале про игрушки. Сегодня на обзоре у нас мягкая игрушка, которую смело можно дарить ребенку от 6 месяцев. Почему ее можно дарить? Она сделана из качественного материала. Да, я знаю, дети могут сосать такие игрушки, это нормально. Этот механизм отсюда достается, вы просто стираете ее в стиральной машине, слушайте, и дальше все классно. У нее есть такой кнопка на пузе, она играет тихо, что, в принципе, нужно для маленьких детей. Вот важный совет, не покупайте маленьким детям громкие игрушки, этого делать нельзя, что они нечаянно могут ее приставить к уху и повредить свой слуховой аппарат. Нажимаете на кнопочку, тут начинаются такие тихие мелодии, они играют. То есть, если ребенку не интересно, можно нажать, она перестанет, либо можно нажать еще раз, начнется другая мелодия. В принципе, такую игрушку я рекомендую к покупке, тем более, что она с очень приятного материала, продается в презентабельной упаковке. Всю информацию про нее я оставлю в описании подробно. Но вы не забудьте подписаться и поставить лайк, чтобы покупать только полезные, хорошие, интересные игрушки. Всем спасибо за просмотр, всем пока.